Сегодня у католиков и протестантов Великая Суббота, канун Воскресения Христова. Верующие приходят помолиться и подумать о торжестве жизни над смертью. В храмах весь день проходит освящение праздничной трапезы и традиционно в корзинках прихожан крашеные яйца и куличи. Их поставят на стол завтра после торжественной пасхальной службы. Чтобы завершить духовную подготовку к главному празднику, в костелы приходят целыми семьями. Прежде всего, душевный праздник, да, духовный праздник. И всегда надо жить с Богом в душе. И как бы к этому празднику все готовимся. То есть правильные помыслы, правильные дела. Вот. И поэтому, в общем-то, сегодня мы в костеле. Завтра будем отмечать светлый праздник Пасхи. Мы поедем к своим родителям тоже. Вот посвентим и все принесем им, потому что они как бы не могут сейчас приехать и быть здесь, в костеле. Вечером и ночью в храмах будут проходить пасхальные вигилии. Эта служба считается одной из самых важных на протяжении всего года. А завтра праздничную мессу в столичном архиекафедральном костеле имени Пресвятой Девы Марии возглавит архиепископ Тадеуш Кондрусевич, митрополит Минско-Могилевский.